Весенний охотничий сезон в Омской области впервые откроется не в выходные, как обычно, а во вторник, 25 апреля. Доклад первого замминистра природных ресурсов и экологии Александра Матненко по этому вопросу сегодня на заседании Заксобрания разделил депутатский корпус на два лагеря. Тех, кто не прочь отдохнуть на природе с ружьем, и тех, кто против охоты. Особенно эмоционально высказался спикер Заксобрания Владимир Варнавский, отметив, что выбрано не самое удачное время для стрельбы, 25 апреля, родительский день. Впрочем, озвучивший предложение замминистра Александр Матненко тоже оказался ярым противником охоты. Да, я не понял, все-таки, а что родительский день? До тихости, что ли вы? Вторник свободный день? Поражает меня. Я вообще единый противник охоты. Если бы была моя воля, я бы ее вообще запретил. Поэтому я... Есть предложение Андрея Александровича, министра природных ресурсов, человека-противника охоты сделать.